Бог, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Примите наши искренние поздравления с Новым годом. Надеюсь, что 2022 год принесет всем нам радость живого человеческого общения, которого в прошедшем году мы были лишены из-за коронавируса. Этот праздник каждый из нас встречает с надеждой и ожиданием, верой в новые горизонты и возможности. Наш коллектив не исключение. Благодаря инициативе и помощи Вячеслава Володина, а также работе регионального министерства здравоохранения в Саратове в 2022 году откроется новый онкоцентр. Поэтому в 2022 году мы загадываем помочь еще большему количеству пациентов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. Пусть Новый год наполнит нашу жизнь счастливыми событиями и добрыми делами, наполнит теплом наши дома и души. Пусть вас ждет успех и счастье, а во всех неприятных ситуациях пусть к вам на помощь приходят профессионалы своего дела. Берегите себя, доброго здоровья, с Новым годом и Рождеством!